Особое внимание при дезинфекции подъездов уделяют контактным поверхностям. Ручки дверей, почтовые ящики, кнопки лифта – все это обрабатывается особо тщательно. Используют специальный препарат с содержанием хлора. Для человека он совершенно безвреден. Дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов проводят ежедневно. Когда выходите в лифт или выходите на первый этаж или на площадку, чувствуете запах хлорки, ощущение какой-то безопасности присутствует дополнительное. Поэтому в плане обработки все хорошо у нас здесь. Это, конечно, важно в любом случае. Это спокойствие на психологическом уровне как минимум, а фактически любые бактерии, которые находятся в лифте. Согласитесь, какая проходимость идет в лифте. Лишний раз обработать, постерилизовать – это большой плюс. В промышленном районе города порядка 1600 многоквартирных домов. За качеством дезинфекции следят управляющие микрорайоном и представители районной администрации. Со стороны администрации ежедневно выборочно проверяются управляющие компании, многоквартирные дома, и реагируем на обращения жителей. Обработка подъездов подтверждается актами выполнения данных работ с подписью жителей. Ну, соответственно, если этого подтверждения нет, то управляющая компания привлекается к административной ответственности. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей. На территории микрорайона у нас 18 СЖ. Регулярно производится обработка всех поверхностей. Мы обязательно контролируем этот момент. Мы подписываем акты совместно с жителями о приемке таких работ. Очень положительно реагируют, потому что это их безопасность, безопасность их здоровья. По вопросу дезинфекции в подъезде следует обращаться в районную администрацию. Максим Магомедов, Мария Левина, Василий Колдашов. События.